Зима – волшебное время года, особенно в нашей полосе. И не на ресницах любимой девушки, румяные от мороза дети на ледяных горках, предвкушение новогодних праздников. Однако есть у этой волшебной поры свои издержки. Снег нужно убирать. Наш дворник с ситуацией справляется, она отлично. Каждое утро без всякой снегоуборочной техники, вот такими вот дедовскими методами, он расчищает прилегающую к редакции территорию. Каждый день здесь хожу, все замечательно, все почищено, проблем абсолютно никаких нет. На каблуках, без каблуков, в платье, в юбке, в принципе, быстро. 15 минут от дома до редакции всегда этот путь у меня укладывается. У нашей редакции проблем со снегом нет. А как ситуация обстоит в целом по городу, давайте разбираться. Оказывается, мы настоящие счастливчики, потому что обитателям других дворов повезло гораздо меньше. Двор у управления социальной защиты Ленинского района не чищен. Здесь не то, что ходить трудно, здесь даже машины буксуют. За зиму целиком ни разу не было очистки. И если раньше бывало, что оставляли на машинах бумажки, что, мол, вот просьба такого-то числа машину убрать, так и будет полная очистка производиться. В этом году такого не было, хотя снег идет постоянно. Сегодня еще хорошо, что вот немножечко подморозило. Если бы здесь нет, то тут вот такие лужи. Тут только в резиновых сапогах. Никогда. И это соцзащита. Но может быть это двор такой несчастливый, а в других местах с уборкой территории все хорошо? Адрес другой, но ситуация та же самая. Мы на улице Гаевского, и здесь тоже нечищенный двор. А вон там, между прочим, стоят дворники. Сейчас мы у них спросим, почему, собственно говоря, они не выполняют своих обязанностей. Дело в том, что вот это нереально. Тут мужик пришел бы, раз и подобрал. А мы где чего подтянулись бы? И сидела. Пока наши коммунальщики ждут помощи, дворы продолжают оставаться нечищенными. Зима в этом году снежная. Может, жителям просто встать на лыжи? Ведь в некоторых местах передвигаться скоро можно будет только на них. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.